Всем большой курлык, дорогие друзья, с вами как всегда Андрей. Сегодня я продолжаю играть в игру Goat Simulation или Симулятор Козла. Достаточно давно я не записывал видео по этой игре, поскольку очень много монтажа уходит на данную рубрику. Ну, первый раз я монтировал явно не один день. Это достаточно старая игра, очень старая, ну где-то 2013-2014 года, но я все равно хочу в нее поиграть, потому что тут реально есть что поделать, и сегодня мы с вами будем летать на реактивном ранце. Очень, конечно, жалко, что здесь нельзя сохранять прогресс. Итак, ладно, что же нам поделать? Только ну-ка, что это у нас? Твою голубя. Ай. Охренеть. Просто охренеть. Жесть. А, давай полетели. Ну, кто-то можем взлететь? Не, не можем. Я знаю, кого нужно атаковать. На. Отлично, вот, отлично. Просто летаем, отлично. Громим все. Хочу сюда залезть. Дай мне залезть сюда. Что у нас тут есть? Смотрите на него. Это он или она? Нет, это она. Ее как штырит. Просто невозможно. От таких наркоманов нужно избавляться. Точно это я вам говорю. Тогда я отсюда вылезти, отлично. Здорово, ты куда? Ты куда? Погоди, погоди, братишка. А, нет, сестренка, погоди, погоди. А-а-а! Больно, это было больно. Тоже много достаточно. Так, погнали, куда-нибудь заберемся наверх. Там вроде у нас что-то было, явно. Ну-ка, я могу это сломать. Ее! Нет, 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 нет. Это что у нас? Это бетономешалка? Нет, 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 не надо, не надо. Спасибо. Вторая часть. Ух, ни хрена, как меня жестко занесло. Нет! Что это за хрень-то была сейчас? Ящички, ну-ка, давай сломаем. Я знаю, что эти штуки делают. А теперь давайте кого-нибудь пободаем, например, машину. И... Давай. Да. Давай, летай, как птичка, смотри, как голубь. Давай, я хочу сюда, да, отлично. Так, что у нас тут еще есть? У нас есть еще пару баллонов. Но я их не хочу что-то взрывать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай. Отлично, не улетел. Какой-то подозрительный, честно говоря. О-о-о. Как же жестко все-таки. Чувак, если я к тебе просто подойду, что ты сделаешь? Вот дебил-то. Ладно. Еще баллончики. Так, нет-не-не-не-не. Хорош, хорош, хорош. Я все, я понял. Не видно. Так, забирайся, забирайся, давай. Отлично, да. Так, можно сюда войти? Блин, закрыто. Обидно, обидно, конечно. Это было обидно. Чувак разговаривает, он уже мертв, как бы, но он разговаривает. Ладно, ничего я не вижу здесь, кроме баллонов, которые тоже взорвались от моего удара. Так, так, так. Ладно, все, все, пришло время. Все. Давайте, я верю, что мы голубь. Я верю, что я голубь. Все, полетели. Уи, пыщ. Принесите полотенце. Что за полотенце-то? Алло. Так, куда мы улетели? Там тоже что-то орет. Ай, убирайся отсюда. Отлично, все. Вы просто посмотрите на это дерьмо. Просто посмотрите, что с этой... лампы не так. Что с этой уличной лампой не так? Ее просто штырит. Тютюх, тютюх. Не знаю, почему-то мне кажется, что это как будто поезд. Погнали в парк. О, американские горки. Нам по-любому туда нужно будет вступить. Я хочу сесть сюда. А, не получается. Ладно, это плохой аттракцион. Эй, я хотел реально ударить. Обидно. Вот это было, конечно, обидно. О, братишка. Братишка, погнали со мной, я тебя отсюда вытащу. Во-во-во-во, все-все-все, погнали сюда. Так, давай. Оп, отлично. А где братишка? Так, окей, ждем, ждем нашего аттракциона, точнее, нашего гонетку, или как это можно назвать. В общем, вот эту штуку, которая крутится. Давайте сядем в первую. Очень жалко, что здесь нельзя ремни пристегнуть. Так, не-не-не, давай вот в эту лунку. Ну-ка, что-нибудь получится? Вот, ты не улетишь? Ох, вот это чувство перегрузка. Вот это перегрузка, блин! Обидно, не покатались, не покатались. Все, валим отсюда, потому что тут нет голубей, тут не очень интересно, тут ужасные аттракционы. А, в целом можно пойти сейчас вот в то кафе. А!
Отлично, забрались. Так, что у нас здесь? Почему дверь не открывается? Надо открыть. Как взаимодействовать с тобой? Ну-ка, что тут сейчас будет? Ты там Путин, что ли? Что там? Ну-ка, что мне выпадет, дорогие друзья? Что мне выпадет? О, вот так можно приблизить. Рыбка. Еще кто-то. А, хрен знает, кто это. Сервис говно. Да, сервис полное говно, поэтому мы отсюда сваливаем. Сваливаем, наверное, сюда. Или нет, не сюда, ну-ка. А, здесь вроде ловушка. Успели, да. Но тут ловушка, поэтому нужно сваливать. Посмотрите, сейчас будет ловушка. Он сейчас поплывет на остров, откуда мы не сможем выбраться. Окей, мы пришли на пункт назначения. А сейчас мы улетим очень-очень-очень далеко. Наша цель вот этот вот небоскреб, попасть на него. Полетели! Вот это просто скорость, вот это скорость. Так, давайте, включай двигатели, хотя бы сюда. Отлично! Тут что-то ничего интересного я пока что не вижу. Какой-то бассейн, краб. А, нет, это человек, ладно. Ну-ка, а если я кого-то вытолкну отсюда? Вот, наверное, тебя. Ну-ка, как он полетит, а? Как он полетит? Так, давай-давай, может здесь можно войти? Нет, никак, ладно. Тогда спрыгнем отсюда нафиг. Полетели. Уи-тыщ. Падение было жестким, ну ладно. О-о-о, царский подгон, лифт, ну-ка. Куда ты нас приведешь? На самом верх, да? О-о-о, как вас здесь много. Ух, чувствую, сейчас будет прикольно. Ай, чуть... Нет, 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 нет! А, я улетел просто. Итак, попытка номер два завести вечеринку. Так, у нас тут есть такой бар, где тут ничего у нас нету, поэтому тут стоит все сломать. Тут, видите, даже водки нету. Ну что это за бар такой? Ну что? Тут даже не настоящее спиртное. Ты куда убежал? Иди сюда. Сейчас получше у меня. О, давай, лови, лови. Просто штырит, просто всех штырит. Посмотрите, как их всех штырит. Нужно завести эту вечеринку. Полетело. А, не-не-не-не-не, да ё-моё! Что за дерьмо, алё? Итак, это третья попытка уже кого-то здесь. Отлично, вы просто посмотрите, что они делают. Просто посмотрите, что они творят. Так, тут какой-то Микки Маус. Теперь всех штырит чисто от меня. Просто чисто от меня всех штырит. Так, 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 тут наркоманы. Так, все, побежали отсюда. Все, 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 все. Да, все, вечеринка закончилась, потому что тут неинтересно. Тут нету голубей. А голуби здесь были бы, кстати, кстати. Ну, всех от меня штырит. Просто посмотрите, все, просто все бегут. Посмотрите, что здесь творится. Просто обосраться. Погнали, погнали, погнали. Вон туда вот. О, да, да, полететь. Ух, нихрена себе. Это смертельное падение было бы. Все, полетели, 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 полетели. Давайте полетели все. О, вертолетик. Слушайте, я хочу на вертолетике полетать, честно. Я хочу на вертолетике полетать. Все летит просто. Все полетели. Полетели, отлично. Отлично, вертолет за нами прибыл. А, не получилось, ё-моё. Давай со второй попытки. Отлично, мы забрались в кабину этого вертолета и сейчас будем, в общем, летать. Сели на место второго пилота и просто посмотрите на эту эпичность. Просто посмотрите. Меня опять штырит. Я сейчас, походу, улечу с этого самолета. Но вы посмотрите, какая красота. Какая здесь красота. Надеюсь, ты меня высадишь прямо над небоскребом. И я не хочу улетать. Не надо, пожалуйста. Не надо, не надо, не надо, не надо. Просто посмотрите на его скорость. Просто посмотрите. А, обидно. Все, не долетели, прям чуть-чуть оставалось. Прямо чуть-чуть. Ну что, на этом все. Вот такая получилась достаточно летная серия. Реально, вот просто джекпак, или как назвать, реактивный ранец. Он здесь тащит, с ним реально интересно играть. Тут тоже можно повыполнять разные квесты, поэтому если у вас есть идеи, то обязательно пишите в комментарии. Тут очень много чего, тут куча всяких фишек, тут... куча всяких пасхалок, которые мы обязаны найти. Спасибо за просмотр и пока.